Выставка автографов и архивных снимков Сергея Есенина откроется в честь 120-летия со дня рождения поэта в Российской государственной библиотеке 29 сентября. В экспозиции выставки «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою» будут представлены рукописи стихотворений Есенина раннего периода творчества. Последняя его поэма «Анна Снегина» и финальная версия стихотворения «Капитан Земли», написанная от руки самим автором. Здесь же будут представлены фотографии Сергея Есенина, Валерия Брюсова, Александра Блока, Владимира Маяковского и супруги Льва Толстого Софьи Толстой. Посетители смогут ознакомиться с перепиской поэта с родными и друзьями, письмами другу юности Есенина Глебу Панфилову, сестре Екатерине Есениной. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!